Могу сказать только одно. Коллега прервала молчание о Заворотнюк. Об Анастасии Заворотнюк высказалась Ольга Прокофьева. Актрисы вместе играли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Вот уже несколько недель в СМИ муссируются данные о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Сначала мало кто верил в их правдивость. Однако 13 сентября появились очень тревожные сообщения, и поклонники всерьез обеспокоились. А отечественные знаменитости в социальной сети Instagram начали писать слова поддержки в адрес Заворотнюк. Журналисты буквально бомбардируют близких, родных и коллег артистки, чтобы узнать подробности. Они дозвонились до актрисы Ольги Прокофьевой. С Анастасией та играла в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», после выхода которого на экраны обе проснулись знаменитыми. Ольга воплотила образ вредной, но наивной Жанны Аркадьевны. Могу сказать только одно. Постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она, семья, хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой. Они хотят оставить все внутри семьи, цитирует Прокофьеву 360. Публикация фотографий из Instagram. Ранее стало известно об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным, у артистки развились полиорганные недостаточности пневмонии. Якобы последнее стало следствием использования аппарата искусственной вентиляции легких. Звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» остается в коме. Говорят, частный медцентр, где находится Заворотнюк, 2 дня назад прекратил ее интенсивную терапию. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Все-таки развод. Поведение развратной глюкозы на свадьбе Собчак вызвало вопросы. Зима пришла, москвичам пообещали снег и лютый холод. Прогнувшегося перед Путиным Зеленского предупредили о последствиях. Тропикана женщина. Джанабаева в шубе на голое тело вызвала фурор. Видео. И многое другое.